Рассчитаться за коммунальные услуги. В Люберцах действуют 11 единых информационно-расчетных центров. Работу центрального офиса на Октябрьском проспекте проверил глава округа Владимир Ужицкий. Служба МособлЕРЦ работает в округе 2 года. Количество подключенных к системе абонентов более 170 тысяч. В филиалах центра жители могут оплатить услуги ЖКХ, проконсультироваться по тарифам и корректности выставления счетов, а также решить другие вопросы. Мы пришли в расчетный центр получить справку об отсутствии задолженности. Быстро, оперативно, рассказали все подробно. Нам понравилось. Каждый день офис на Октябрьском проспекте посещают не более 200 человек. В начале года число ежедневных визитов доходило до 600. Поток обращений был связан с неточностями в начислениях за услуги ЖКХ. Они сейчас встречаются, еще допускаются ошибки в силу разных причин. Здесь есть и субъективный фактор, потому что где-то вот у нас компьютер, машина считает, где-то неправильно данные выводят. Поэтому стоит задача, вот, когда такие офисы у нас работают, чтобы люди, жители могли как бы в шаговой доступности, если есть вопросы, дойти и уточнить. Рассчитаться за коммунальные услуги и получить консультацию можно, не выходя из дома. Сервис оплаты доступен в личном кабинете на сайте центра. Для удаленного решения проблемы работает телефон горячей линии. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.